Всем доброе утро. Время практически 11 часов. Температура воздуха 11 градусов. Мне кажется, стало даже холоднее, если не ошибаюсь. А ну, у меня там небольшая проблемка, видимо, дома с интернетом. Что-то как-то интернета вообще нету, поэтому я не могу вам выложить нормальный ролик с компьютера. И вот для YouTube канала могу сделать вот такой вот коротенько, прям с телефона и сразу выложу. К великому сожалению, что-то там с интернетом. Ну, в двух словах скажу, в Лазовском холодно, как я уже сказал, порядка 11 градусов. Серая мрачная Нива практически напоминает небо, оно такое же. Идет дождик, то сильный, то слабый, непонятно. Куда ты, дебил, едешь, а? Ну вот видели, выехал из другого ряда, прямо вот перед носом, передо мной. Ой. Каштаны зеленеют, солнышко не блестит, а я поеду пока позанимаюсь делами тут. Сейчас наждачку там возьму, в общем, позанимаюсь полом в Вашингтоне. Всем доброго утра, всем пока.